«Поверь в мечту» – под таким девизом проходит традиционная социальная акция. Открытый урок для воспитанников реабилитационного центра «Алый парус» в Кстове. Фокусы, жонглирование, мастер-классы, шоу мыльных пузырей – все это в исполнении достопочтенного, как он сам себя попросил называть, барона Мюнхгаузена и его помощников, профессиональных актеров и шоуменов. Праздник для ребят организован нижегородским филиалом «Т-плюс» при поддержке Министерства социальной политики Нижегородской области. Мы проводим данное мероприятие специально для детей. На данных уроках открытых Т-плюс имеется определенная тематика. В данном случае сегодня тематика – это обучаем детей жонглированию. Очень важны такие мероприятия, потому что это же радость, это веселье. На прощание барон Мюнхгаузен подарил воспитанникам центра комплекты мячей для жонглирования. Всем ребятам вручили брендированные футболки, значки открытого урока и угостили мороженым. Праздник был организован с учетом эпидемиологической обстановки и соблюдения мер безопасности. Судя по звонкому детскому смеху и громким аплодисментам, ребята мероприятием вполне довольны. Приехал и научил нас цирковым номерам. Нам подарили футболки, и мы учимся жонглировать. Мне понравилось, когда этот пилот приехал. Благотворительная акция для детей из социально-реабилитационных центров города, где работают станции и тепловые сети нижегородского филиала Т-плюс, проводится с 2012 года и уже успела стать традиционной. За 9 лет в организационных ими акциях участие приняли более 350 детей из семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Мария Бурова, Виталий Кудрявцев. Время новостей.